очень круто, что мы уже подошли к розыгрышу призов на твоем канале MC Артур. Да, все ждут этот конкурс, и наконец-то мы можем разыграть. Слушай, а вот белые юбоксы я знаю, а черные, желтые, это что такое? Ну смотри, вот это блогер-бокс, а вот это геймер-бокс. Вот оно что, понятно. Ну, что в них, я не знаю. Но видно, здесь сюрпризы для тех, кто хочет стать блогером, а здесь для геймеров. Посмотрим, в любом случае мы откроем. Смотри, две открываем, а две разыграем. Знаешь что, мне кажется, их слишком мало. Может быть, еще закажем? Ну, в принципе, я согласен. Должно быть много юбоксов, да? Вот тогда будет класс, потому что подписчиков уже у MC Артур канала огромное количество. Ну, а я что-то придумаю. Ладно, хорошо. Я сейчас пойду за телефоном, сфоткаю и выложу в Инстаграм и лайк, что конкурс уже начинается. Давай, кстати, еще все могут успеть, да? Да. Успеть стать подписчиками канала MC Артур, ну и тогда выиграть. Let's go. Ого! Какие необычные юбоксы! Может, это мне? Вот это да! А чего они мне не сказали? Наверное, хотели сделать мне сюрприз на праздник! А какой сейчас праздник? Не знаю! А может, они просто так сделали подарок своему любимому Давиду? Точно, это для меня! И так надо открывать! Артур, спасибо за ваш подарок! Так это не твое. Это подписчиков канала MC Артур. Я не знал. Я думал, вот эти вот все мне. Нет, это все подготовлено зрителям. Ребята, смотрите. Еще раз играем? Конечно. Круто. Смотри, я решил так. Ты же главный на канале, поэтому давай подарим подписчикам столько юбоксов, сколько вот так твой рост. Давай их поставим. А, то есть ты выстроишь коробки в мой рост, и мы их разыграем? Да, именно столько и разыграем. Давай. Давид, помоги мне, их нужно придерживать. А ну, Артур, по твоему росту. Угу. И жалко, ты не 5 метров. Слушай, еще надо, да? Да. Чтобы было с запасом. Ого, сколько. Угу. И еще одна. Все, с запасом. Это сколько получится? Это... 6. Разыгрываем. Круто, 6. Класс. Я же тоже на канале. Можно я тоже разыграю? Хорошо придумал. А у тебя какой рост? А ну стань. Вот это да. Сейчас, сейчас. Еще больше подарков подписчикам разыграем. Вот. Ого. Смотрите. Круто. Класс. Ну, давайте. Теперь меряем. Сколько поместится коробочек? Так. И последнее. Ну что, даже с запасом получилось? Да. Классно. Смотри, даже такой пол коробочки, это уже на меня. Слушай, а ты же у нас тоже иногда на канале появляешься. Да. Давай мы тоже такую еще одну башенку из юбоксов подарим. Слушай, крутая идея. Открою секрет. На самом деле там за дверью стоят еще коробочки юбоксов, поэтому может получиться и в мой рост. Давайте, принесите, Давид тоже. Вот это будет супер-мега-розыгрыш. Вот это будет класс. Заходите. Давайте. Класс, башня. Давай. На еще одну. И на еще одну.
Нет, я не слышу, слышу. Тут как-то маловато. Вы все забрали из коридора? Сейчас посмотрим. А ну, давайте, давайте, нужно. Вот, смотри, нашли все. Круто. Я смотрю, тебе и одной хватит. Да, уже по-русски. Да. Вот это да. Тогда давай мне одну на вырос. Так, вот. Давид, становись возле своей. Ух ты, прикольно. Друзья, ну что, подписчикам канала МС Артур мы разыгрываем... Все вот эти коробки. Все. Да. Мы откроем совсем немного, покажем, какие сюрпризы вообще есть в U-Box. И обязательно уже на канале МС Артур мы откроем одну желтенькую. Это блогер бокс. И черненькую. А черная это геймер бокс. Ну что, друзья, это получается, мы разыграем 20 U-боксов среди наших подписчиков. Вау, вот это класс! А расскажи, как можно выиграть U-бокс? Все очень просто. Нужно быть подписчиком канала МС Артур. Если вы еще не подписались, то после этого видео перейдите на канал и подпишитесь. И что, это все? А еще в нашем инстаграм я выложу фотку с конкурсом. И под этой фоткой напишите «Я участвую» и «Свой город». И через 2 недели именно в инстаграм мы выберем 20 победителей, потому что на ютубе у всех детских каналов отключили комментарии. Ссылку на канал и на наш инстаграм и еще раз условия конкурса я оставлю в описании под этим видео. Ну что, давай U-боксы открывать? Точно, мы же 20 разыграем, а 4 откроем. Ну что, сейчас самый крутой момент. Открываем сюрприз-бокс. Так... Коробочка. О, смотри, это мега вкусный U-бокс. Это сладкий порошок и татуха зомби. Смотрите, это маршмеллоу. Вот это скитл. Да, это на что? Мармеладки какие-то. А вот это малинки. Еще одно зомби-тату. Таблерун, смотри. Давай откроем. Ладно, его откроем потом. Так. А, что это такое? Это банановые печеньки, смотрите, какие. Так. Большой желейный бургер. Шоколадки. Шоколадки. Смотри, какой тебе прикольный. Смотри! Посмотрите на него! Смотрите, как он смешной! Смотрите, шипучая штучка! Это чупа-чупс, вкус тропических фруктов. Что здесь еще есть? Какой-то батончик Рокси! Смотрите, какая-то печенька шоколадная! Вот еще 2 такие печеньки. А вот еще конфеты с орешками. А вот еще вот такие вот карамельные конфеты. Ну и это нам попался именно сладкий U-бокс. А что в этом большом геймер-боксе и блогер-боксе, вы узнаете на моем 2-м канале MC Артур. Вы можете прямо сейчас перейти и посмотреть, как мы их открываем. Всем удачи в конкурсе и ставь лайк, если хотел бы выиграть.